«Усы, лапы и хвост». В Иванове открылась выставка «Федерация кошек». Здесь на животных можно не только смотреть, их также разрешается гладить и кормить, но только в разумных пределах. На руки брать, если кошка не возражает, и предлагать только утвержденный хозяевами вид корма. У этих пушистых созданий есть даже тихий час. Самое, что интересное, вот у нас даже заходят, вот бывают такие, они заходят с таким вот, ну, вроде, ой, кошки, что мы там не видели. Потом выходит, ой, а у вас можно их трогать? Можно погладить? Девушка выходит, говорит, это такое вообще, это вот я, говорит, пришла с таким настроением, а посидела, у нее сфинкс там сидел вот как раз на коленях. Она говорит, я даже уходить не хочу, у меня прям настроение такое вот. Всего на выставке более 40 кошек самых разных пород. Здесь есть ленивые шотландцы, независимые сиамские, своенравные бенгальские. Единственная представительница своей породы – невская маскарадная кошка с говорящим именем «Красотка». Кстати, очень ласковая. Есть здесь и такие мейн-куны. Сейчас это очень популярная порода кошек. На самом деле это еще только котенок. Вырастут они больше, чем на метр. Не проходит мода и на сфинксов. Любопытным посетителям могут показать несколько видов. Эти кошки очень любят тепло и на руки идут охотно. У всех животных разный характер, что и неудивительно. Те наши кошечки, это не то, что там вот их заказывали, где-то специально для нас выращивали, совсем нет. Все наши котики, и маленькие кошечки, и взрослые, это те, у кого с хозяевами что-то происходило, и они были вынуждены от них отказаться. То есть они отдавали, искали в добрые руки, вот мы их находили, и вот все эти кошечки переданы. Поэтому кто-то из животных очень долго привыкал к людям, а теперь многие кошки охотно идут на руки и при виде гостя проявляют любопытство. Стоит только присесть на скамейку в вольере, вас немедленно кружит десяток котов. Детишки приходят, они тоже боятся больших кошек, маленькие их притягивают, потому что они очень маленькие, играют, там ничего им не сделают, а большие кошечки там, как бы они выглядят немножечко сурово. А вот любимец публики – кот древней абиссинской породы. Историки считают, что это потомки египетских солнечных котов. Животное, по словам сотрудников выставки, очень суровое и капризное, но в то же время любящее ласку. Первое знакомство у меня с ним вышло очень такое вот трепетное. Я так боялся очень сильно, он так очень сильно кричал, когда он видел переноску, что его хочу туда посадить. Я даже испугался, я думал, все, оставлю этого кота, не знал, что делать с ним. Вот. Ну, первые моменты, когда я начал понимать, что он вот так вот любит ласку, как бы после вот этих всех ревов, клевов, вот для меня было очень удивительно. На следующей неделе завезут еще несколько новых пород кошек. Пообщаться с грациозными хвостатыми и зарядиться позитивом жители города смогут до середины мая. Мария Попова, Антон Осипов, РТВ Иваново.